Здравствуйте, телефон Samsung A50. Будем отклеивать батарею не ковырянием, не отколупыванием и не нагревом. У меня новый дисплей, надо поставить дисплей с корпусом, надо переставить батарею в этот корпус, но попытаться не повредить дисплей, который стоит здесь, на этом аппарате. Использую я пленочки разной жесткости. Вот у меня их тут три штуки пластиковые пленки. Одна жесткая, одна меньше жесткость и одна самая мягкая. Вот я ее как раз и буду пробовать, начинать с нее. Я чуть-чуть краешек загнул, чтобы загнута была пленочка. И будем пробовать поддевать. Просто когда батарею напрягаешь, она может повредиться. Вот, лопаткой напрягаешь ее. Где-то корпус напрягается, дисплей может повредиться. Либо батарея может герметичность потерять. Сейчас попробуем. Я с этой стороны уже попытался, она вставляется. Вот именно, видите, я загнул специально, чтобы она под батарею влазила. Много спирта не советую. Только по чуть-чуть, смачиванием этой пленки и поддеванием. Так, пробуем. Батарею нагревать вообще не рекомендую. То есть 50-60 градусов уже нежелательно для нее, особенно если батарея заряжена. Если разряжена, то как бы еще риск, по моему мнению, невелик воспламенения. Ну, было у меня на планшете, батарейка загорелась, погорело тут все на столе, хлам причем. Дело, я думаю, сделано, но сейчас наберемся терпения. Так, попробуем сейчас с нижней части. Что-то дальше он не идет. Вот здесь. Нам надо этот угол отклеить. Скоро будет финиш, я надеюсь. Вот, уже даже здесь показался пластик. Главное терпение набраться, и все отклеится аккуратно. Еще где-то приклеено в этой части. Еще надо. Вот. По-моему, мы ее уже отклеили. Смотрим, вот какой у нас скотч здесь. Батарею я не повредил, это очень хорошо. Скотч как силиконовый идет. Кстати, еще добавлю, надумал. Вот, у нас батарея лежит как бы в таком, в определенной как бы емкости, у которой нет отверстий. Поэтому можно, я так подразумеваю, смело туда
запускать жидкость под батарею, она свое дело сделает, разъест скотч, и потом просто легко можно будет отклеить. Ну, я так не пробовал делать, ну, можно поэкспериментировать. Все, всем спасибо, до свидания.